Что вы думаете о беспорядках в пригородах Парижа, вспыхнувших вместе с выходом вашего альбома? Не нужно валить все в одну кучу, пацаны. Мы занимаемся рэпом, у нас микрофон, а не стволы. На что может надеяться молодежь, родившаяся в бедных районах, живущая в трущобах, рядом с людьми, которые отводят взгляд? Рождение хип-хопа и группы NTM. В следующий раз я просто накалю на заднице французский флаг, чтобы сэкономить всем время. Сперва добейся чего-то в жизни, потом вякай. Мы вместе пробьем себе дорогу. У нас не будет второго шанса, понимаешь? Сегодня мы, а завтра будут другие. И я, как пить дать, снова буду заниматься ремонтом со своим папашей, ясно? В общем, если хочешь знать, мы с Брюно пишем тексты, а Диджей Си за нами отвечает за бит. Тебе не кажется, что ты меня позоришь, когда на каждом шагу упоминаешь мать? Я вижу это дурацкое имя на всех стенах. Джой Стар. Нужно иметь мозги, чтобы заниматься музыкой. Не хочу тебя больше видеть. Не хочешь меня видеть? В таком случае тебя ждут большие проблемы, отвечаю. Ты услышишь меня и сам ко мне придешь. Словесное насилие больше недопустимо. Помни об унылых кварталах, которые с наступлением ночи становились все мрачнее. И о тех парнях, которые никогда не боялись темноты. Пойми, мы должны выйти на сцену вместе. Ты пойдешь против всех. Supreme — бунтарский рэп. Скоро на экранах.